хочу. Блин, не так уж сложно это все. Ой. Столько хейтеров у меня, конечно, вот миллион прям. Миша, вот-вот. Ну ладно. Ой, еще 20 минут, да, мне стримить. Да, пока этого. Чего вообще на ПК будет, я даже не знаю. Там вроде нужно собрать донейт. Топ-13, супер. Звезда. Это я, если что. I am star. Поместье мясник во рту народ. Ладно. Какая-то машина вошла ко мне. Блин, я такая фан-группа красивая, я не могу. Прям приятно смотреть на людей из моей фан-группы. Глаз радуется. Вау, ничего себе. А кем ты работаешь? На вахте? Ага, не спи эту ночь, спасибо. Кем ты работаешь, Коль? А дальнобойщик, прикольно. Ну, за 3 месяца нормально заработал, наверное, да? Чтобы тратиться на мои ПК. Спасибочки. Жду тебя на каждом своем стриме теперь, получается. Там 12 ноги должны быть работать. Но мне сказал мой куратор, что good night. Good night. Sweet night. Что главное не ноль, чтобы у меня было. Я надеюсь, у меня не будет нуля. Там все, короче, у меня соперница, очень крутая девка, она очень красивая, во-первых, у нее очень много бобов, у нее больше подписчиков, чем у меня. И все такое. Типа, блин, почему меня с ней поставили, вообще не понимаю. Спасибо. Thank you. Короче, вот. Я не хочу проигрывать. Спасибочки. Ну все, я тупо на вас рассчитываю, реально. Чисто если не вы, то никто другой, извините. Никто, кроме вас, мне не поможет здесь. Вообще, на кого вы подписываетесь на этой платформе? На Китаянок подписываетесь? Ну реально, кто если не вы, блин? Извини. У меня выбор небольшой, как бы. Можно с тобой познакомиться? Конечно, можно. Приветики. На кого вы подписываетесь? Расскажите мне. Что это за девочки? Что они делают? Танцуют, поют, трясут жопами, сиськами. Курят, пьют. Что делают? На каком я месте сейчас? На 13-м я занесу, не тут. Я что могу, то и делают. Не, ну а на кого вы подписываетесь реально? Типа, на что вы смотрите? На внешку, на тело, не знаю, на топики какие-то, на танцы, на рисование. Можно подписку? Я подписываюсь на топ-донатеров. Можешь мне задонатить. Я подпишусь. Спасибо, Иван. Норм забайтил его, да, на подписочку. Я в этом месяце сегодня впервые зашел. Ну, понятно. Работа все-таки дело такое сложное, непростое. Play. Мне сказали играть с твоим языком, детка. Детка, ты любишь рваные джинсы? Можно на нее подписаться? Можешь мне задонатить, я на тебя подпишусь, может быть. Если захочу, конечно. А почему банят? За что? Не знаю, аудиоэфиры, по-моему, это не прикольно, потому что все хотят видеть лицо. А, серьезно? Фига себе. Типа, это реально проверяют? Не знала.
А, потом час, ничего себе. Меня тут банили 2 раза по 10 минут и 1 раз забанили на час за то, что у меня аватарка стрима была какая-то плохая. Немножко на маленькую сроки, ну, и видео только. Видно только дорогу. Так, надо поставить телефон на зарядку, блин. Я не хочу дорогу стримить по факту. Всего 20 минут. И, ну, 30 минут я лягу спать. Ура. Ура, 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 ура. Ой, сейчас умру. Спасибо. Thank you. У меня он на 6-м уровне уже 1000 лет. Что делать? Мой динозаврик. Фан-группа Коляна достигла уровня 4. Круто. Ты думаешь, дуэль быстрая? Я не знаю. А что, она медленная? Ну, вроде как минут 10 нет. А сколько она будет идти? Блин, ты меня так расстроился с Мишей. Мне нужно не просто настроение портить. Я не использую сон. Я оконченная. Так сколько она будет длиться, алло? Я думаю, минут 10. Это моя такая ставочка. Тысячи не спустишь. Ах, как ты спустишь в альбоме. Сколько будет длиться дуэль? Скажите мне, пожалуйста. Так, нужно написать опять в чатик. Ну вот, супер. 10 минут. Я лягу спать. Да блин, чё по-разному? Чё там делать? Я даже не знаю, с кем я стримлю, блин. Там такая девочка красивая. Вы будете какие-то донатить, если не мне, я думаю, так. Ну, у меня он официальный, да. Я ж типа официальная ведущая, а не какая-нибудь там позерша. Все-таки, как-никак. Мы посмотрим на нее. Ну, посмотрите, пожалуйста, но не донатите. Донатите мне. Как свои любимые девчонки. Реки колечки. Это сердечки. Раз. Это сердечки. Два. Зелененькие такие. Вот такая модница сегодня. У меня нет сомнений, даже малейших. Нет, Колян, ты что такое говоришь? Вообще ничего, только мне все. Сама делала и купила. Кого делала и купила? Я купила. Я сама ничего делать не умею, не могу только разговаривать. А пока подтверждаешь, окей, хорошо. Но мне пришло уже то, что скоро придет, чтобы я типа уже начала эфир, но я его так веду, как ты мне говорил, между прочим. Я уже нашла себе людей, кто мне знает, что. Так что все нормально. Все хорошо. Я подготовилась. Россия. Раша. Иску. Самая лучшая страна, блин, не могу. Она врет. Нет, я не вру. Я уже нашла себе папиков. Всё, я устроилась. Я там в этом биглайве нашла себе опору, так сказать. Во мне нет сомнений, даже малейших. Нет, Коля, не надо тут ля-ля, пожалуйста. У меня нет недостатков, я идеальная. Miss Beautiful Girl Ladies. Вы, кстати, знали, что в Америке теперь, если ты называешь девочку... Нет, Миша, стоять, Коля, стоп. Если, короче, в Америку
назвать девочку girl, то это типа неуважение к ней. Девочку старше 15-12 лет нужно называть ladies. Так что... Обучаемся культуре Америки вместе. Как тебе найти ты откуда? Раша. Russian girl. Russian ladies. Russian women's. Кто я? Я не понимаю, если честно. Я, короче, мы сегодня с подружкой пекли тортик моему парню. Вот. И, боже мой, это какой такой ужас был вообще. Нет, мы все толерантные люди. Ну, короче, мы пекли тортик. Это такой ад, капец. Мы эту карамель мешали 2 часа. А жарили, ой, жарили, выпекали эти, короче, бисквит тоже где-то 2 часа. А потом все это торт складывали у меня, да, у меня есть бойфренд. Ну, вот так вот. Нет, девушка. Я толерантный человек. Нет, Миша, на месте стоять, все. Поздно, поздно убегать. Мы договорились, подписали договор.